Привет, ребят, девчат, Ики, Crazy Russian, город Цинциннати, славного штата Огайо. Остановились, на красный повернули. Не везде написано будет Do not turn on red, то есть никогда не поворачивай. Едем через Хайд-парк, такой классный район. Я считаю, теперь я согласен с женой, он второй после Indian Hill и наш Эндер. Да, вернее, мы идем на третьем месте. Здесь домики Лимон Плюс. Но это еще не самые лучшие вдоль дороги. Тоже никаких заборов, ничего здесь нет. Если повернуть направо, там будет очень классное местечко. Вы будете смотреть на такую долину. Ланкан Airport. Вот там. Кстати, забор налево. Ну, такой более декоративный для маленькой собачки, наверное. Большая собачка просто прыг. У этих направо тоже. Но он такой, скорее всего, для домашних животных. Так, немножко кондиционер. Вот направо туда. Там будет классно. Здесь заборов нет. Ну что, дедушка нас на батарейках удивил. Я уже не удивляюсь. Это просто невероятно. Тут какой-то короткий. Я не смотрю это, ребят, ботву вообще. Ну что-то как промелькнуло в новостях. Там его за ручку выводят буквально там два дня назад. Да, это скрутнуло что-то. Прям уже как-то немножко жалко. Ну, старый человек, что вы хотите. Хотя Трамп по сравнению с ним просто боец. Ну что, сейчас дамочку пропихнут под шумок. Вот американцы молодцы, они выкручиваются из всех ситуаций. Смотрите, Hyundai, то ли Cadillac, то ли Honda здесь называют, то ли другая какая-то тачка. Все они перелопачивают, но они на грани фола, как говорится. Но там сидят хорошие конструктора, которые слямзивают все, переделывают достаточно, чтобы, так сказать, по ровной кромочке пройти, чтобы никто нос не подточил, потому что эти все патентные ребята. На BMW я не похожи, чтобы они, по мне они не похожи на BMW, но они похожи на Audi немного. Ну, может быть, чуть-чуть на BMW. В основном на японские машины. Ну, вот, пожалуйста, забор. Но я думаю, что это тоже так для... Может быть, там есть как раз вот это invisible fence. То есть для животных, да? Их немного... Вот они прикрывают ее. Контур там идет, да? Может, их немножко там шандарахнет током. Ну, это догадка. С какой-то убогий забор вообще старый. Ну, это старые дома, ребята, району лет, наверное, 100. Старые дома, да. Туда дальше тоже более-менее ничего. Ну, здесь забор, я думаю, что просто народ там не шарился, потому что здесь кабаки. Вы увидите. И вот такой асфальт говно. Вообще никакой. В одном из дорогих районов, да, то есть это не зависит от района. Вы будете ездить по какой-то проселочной дороге, она будет в 10 раз, я не шучу, стакан с водой, как в старые времена говорили, он не прольется, без шуток, на торпеде. Так что, да, дамочка, интересно будет, интересно, я думаю. Я сделал этот самый опросник, ну, и не сомневался. Ну, контингент нашего канала, потому что это наш канал, ребят, вы принимаете полное участие, разумеется. Спасибо, все комментарии, вот эти вот опросы. Да, там где-то 61% на данный момент Трамп побеждает. Ну, наверное, если ничего не случится, так и будет. Прикольно. Очень прикольно. Так, сегодня в офис, я надеюсь, ненадолго. У меня там есть какие-то моменты позаниматься.
другими делами. Все я могу делать из дома. Но здесь мне нужно с бухгалтерией еще контактировать много. Так что пятница, обычно я дома. Так, движемся потихонечку. Врубаюсь в все новые мои задачи. Использую OneNote. Это Microsoft 2016 года продукт. Я только нашел одного айтишника нашего, который использовал, но он недавно работает, чувак. Он перешел откуда-то из другой компании. Наверное, более серьезные вещи. Это так все, ну, для домашнего, я считаю, пользования. Может быть, маленький бизнес. Но очень удачно, потому что все сохраняется на этом Microsoft, как они, Drive One, да, в облаке. Пока я доволен. То есть все видно. Быстренько нырнул туда, посмотрел. Я использую тоже Microsoft. Этот самый у нас... не так. Неправильно. Это не Outlook. Это Gmail. Ну, через расписание все. Но это мне не нравится. Потом я народ пуганул. Всю бухгалтерию. Еще там двух человек. Моего босса непосредственного. Я говорю... Сейчас будем новый софт. Они такие все глаза вытаращили. Я говорю, систематизировать вас надо, ребят. Все на каких-то бумажках, на каких-то там, на каких-то имейлах. Текст, вот этот, блин, Apple текст. Это все прям меня... Жесть. И вот эта штука пока работает. Я туда могу прикрепить всякие инвойсы, картинки, все это доступно. Могу послать кому угодно ссылочку, они откроют у себя в браузере, и все будет наглядно видно, очень классно. Хорошая машина, Volvo. У нас было две предыдущие модели. 7 мест. С пионерами, с дедушкой, бабушкой. По-моему, раз мы даже ездили. А, нет, был минивэн для этого. Ну что, ребят, на сегодня коротенечко, ни о чем, как всегда, да? Only in America, OK USA.